Всем привет, друзья! Вы на канале Bloody Royce. Меня зовут Владимир. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Silent Hill 2. В прошлой серии мы остановились на том, что ходили по каким-то заброшенным домам. Там было очень опасно, потому что там ходил страшный дяденька. Куча монстров. Дрались, кстати, с этим дядькой. Мы его не победили, он просто ушел и оставил нас. Решил больше не преследовать нас пока что. Он вышел куда-то на улицу. И пропал. А это как раз то место, где... А, вот, комплекс Woodside. Вот здесь мы с вами ходили. Непонятно, что происходит, почему там... Когда ходишь по тем домам, там... Все настолько плохо. А на улице оказывается день всего лишь. Хотя там, где крыши нету, там все равно темно, страшно. Патроны вижу. Сейчас не знаю, какая у нас цель. Мы куда-то идем. Продолжаем искать свою жену Мэри. Надо в машину заглядывать. За патрончиками. Нам сейчас в парк надо идти, да? Он пометил. Попутно осматриваемся, смотрим. Ух ты. Что такое? Это та пиздючка, которая нам на руку наступила. Вот ты попалась. Эй. Это же была ты, да? Это ты мне на руку наступила? Может быть. А ты паскуда малолетняя. Что тут вообще делать, маленькая девочка? Не знаю. А что тут делает взрослый дурак? Эй, это невежливо. Тебя родители не учили хорошим манерам? Что там у тебя? Не твое дело. Ты никогда не любил Мэри. Что? Стой! Откуда ты знаешь ее имя? Че за прикол? Это может у Мэри, когда мелкая была? У него или гулины, или еще что-нибудь. Так, мы откуда шли-то? Мы шли оттуда, подошли сюда, да? К парку. Тут какая-то паранормальщина происходит. Кто плачет? Или мне показалось? Так, мы в парке уже. Давайте осмотримся. Что такое? Шприц. Кто-то оставил. Мы все патроны потратили с вами в прошлой серии. У нас осталось тут 26 всего. Куда нам идти-то? Давайте сюда попробуем. Ага, сюда он не может. Тут заперто. Тут нас никакая опасность не поджидает. Вот что-то лежит. Журнал какой-то. Добро пожаловать в Silent Hill. Здесь у озера всегда тихо и спокойно, мы всегда рады гостям. Забудьте про рабочие задачи и позвольте себе полноценно отдохнуть. Среди величественных гор разбросаны уютные домики, а закаты на озере толку-то поражают переливами неземных красот. Silent Hill не оставит вас равнодушными и наполнит сердце спокойствием. Мы точно знаем, визит в Silent Hill будет удачным и оставит о себе воспоминания на всю жизнь. Да, это точно. Особенно, когда встречаешь того дядьку со здоровым ножищем. Больше, чем он размером. Оставит хорошее впечатление. Все-таки непонятно, что с этим городом произошло. Куда все люди делись. Остались только какие-то ебанашки с ножами. Дети непонятные. И здоровяк с ножищем. Так, еще патрончики.
Я пришел. Мэри, неужели ты правда здесь? Можно что-то прочитать. Давайте прочитаем. Патрик Честер, сын Эдварда, сражался и умер за народ, за свободу, за наше общее будущее. Память о нем жива. Это памятник кому-то, которому башку снесли. Так, здесь мы все посмотрели. Вроде бы, да? Осталось только вот сюда пройти. А, вот здесь у него флешбеки были, то, что они здесь стояли. Можно посмотреть, нет? В бинокль. Нельзя, походу. Бежим дальше. Сюда пройти нельзя. Почему-то всем статуям тут голову снимает. Отрывает. Тут их разломал. Меня пугает то, что мы до сих пор не встретили никаких мобов. Это значит, то, что они, скорее всего, резко на нас нападут. Можно прочитать еще записка. Память о 67 людях, что стали жертвой болезни и спят теперь на дне озера. Погоди. Зачем в озеро-то выкидывать? Болезнь, которая убила людей, они решили воду выкинуть. Надо было куда-то закопать далеко-далеко. Можно дальше пройти. Так, сюда не выйти, тут все разломано. Давайте вон туда сходим. На пирс. Никто нас в воду тут не выкинет. Опа. Кто стоит? Это Мэри, нет? Мэри? Мэри? Ну, вроде похоже. Если это не глина, конечно. Нет. Это не ты? Not. С татуировкой. Покрашен волос. Я похожа на твою девушку? No, my... Нет, на жену. Wife. Она умерла. Наверное, лицо голос. Ты как будто... Меня зовут Мария. И я на привидение не похожа, видишь? Простите, я обознался. Эй! Ты куда? Я должен найти Мэри. Ты же сказал, что она умерла. А. Yeah. Да, три года назад. Just... Просто мне пришло от нее письмо. Письмо? Понимаю, что звучит так. Okay. Тише, все хорошо. И что было в письме? Что? Что она меня ждет? В нашем особом месте. И оно здесь? Anyway, я ее не видела. Is this your only special place? У вас было только одно место? I don't know anymore. Я уже совсем не знаю. Было еще какое-то. Но я никак не могу... Эй! Кажется, я знаю. Ну, то есть, здесь неподалеку есть одно место. Я бы ей не доверял. Что за место? Место, которое любит парочки. Если хочешь, я тебе покажу. Или у тебя другие дела? Другие планы?
Эй, ну ты что? I'm just messing with you. Я же просто шучу. Пойдем, нам туда. You're coming with me? Блять, пропустил. Может, просто скажешь, где это? Ты хочешь меня тут бросить? А нахуй ты сюда пришла вообще тогда? Я... одну? Когда вокруг бродят такие твари? Нет, просто... Это потому, что я напоминаю тебе ее? Ты любил ее, да? Это Мэри над нами прикалывается, она внешность поменяла и такая, типа, я не Мэри. Любил ее, да? Ладно. Пошли. So it's okay. Ты точно не против? Yeah. Да. Че, типа сейчас вместе с ней будем идти? Пугающее сходство. Познакомиться с Марией. Пойдем. Говорит, оставишь меня тут одну. А чё ты пришла сюда тогда? А? Мария. Ты точно на меня не нападешь? Тут только неадекватные люди живут. Я так понял. Из тех, кто остался. Сюда. Давай, иди, чё ты. Ты же сказал, ты меня отведешь. Сейчас, наверное, монстры будут здесь. Так, по карте. По карте тут ничего не показано, просто парк как парк. Чё, куда дальше-то? Ты сказал, отведёшь, а не я сам буду искать. Это твое место, оно что из себя представляет? Просто особое место, где всегда проводили время парочки. Так вот, чё-то лежит. Проще будет показать. Дом так далеко. 14. Еще одна фотография. Тут ничего нету. Еще патрончики. Сколько у нас уже? 31 патрон. Просто идем дальше. Ищем нашу Мэри. Когда вот таких людей видишь в заброшенном городе, где куча монстров, надо сразу задавать, что ты здесь делаешь? Вопрос. Статуя. Давайте прочитаем, кто это. Жертва каких-то гонений. Джен Кэрол. Что она там говорит? Не такая уж и редкость. В каком смысле? В истории это повсеместно. Нихуя не понял, про что они говорили. Жила честно и достойно, да и не забудут ее во веки веков. Памятник еще кому-то. Ну, я так понял, нам туда по лестнице. Давайте вначале везде тут посмотрим. Что есть, чтобы ничего не пропустить. Вот какой-то домик. Маленький. Это туалет, наверное, да? Ну вот, а в туалете хилочка лежит. Давай не подпирай меня, двигай жопу свою. Мужской туалет заперт. Так, это мы здесь ходили. Мы сюда пройти не смогли. С той стороны. Вот еще статуя. Опять-таки головы нету почему-то. What? А, нет, просто извини, я что-то задумался. Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. Ничего. You know, если ты хочешь со мной поделиться чем угодно... No. Нет. Let's just... Просто пойдем. Чем мне с тобой делиться? Я тебя не знаю вообще. Пристала ко мне. Еще такая... А, куда ты пойдешь? Пойдем вместе. Слишком подозрительно.
Ладно, тут вроде бы больше ничего нет. Идемте, значит, туда по лестнице. Монстров опять-таки тут нету почему-то. Это подозрительно. За ней надо следить. Если что, стрелять сразу. Мы еще все по парку ходим. А, нет, мы уже все, мы уже вышли из парка. Сюда зайти нельзя. Мы уже опять вернулись на улицу. Ага, можно пройти через мотель. Через мотель хочет пройти. Она хоть сказала, далеко идти или нет. Может, я не соглашусь. Сюда зайти нельзя. Ты когда-нибудь останавливался в подобном месте? Стены такие тонкие, слышно абсолютно все. Любовь, ненависть, ревность. Опа, сейф. Пин-код надо понять, да? 1458. Нет. Так, на бум просто тыкнул. Ничего нету, кроме сейфа. А вот еще что-то висит. Записка. Я чиню трубы 107. В квартире 107. Или в 107 комнате. Через окошко тут пролезть никуда нельзя. 102. 103. 107, мне кажется, это где-то вон там, он на втором этаже. Тут нигде не зайти нельзя. Опа. 106 можно. Свет горит. Шляпа. Уютно. Этот номер, с ним что-то жуткое творится. Пойдем отсюда. Расслабься, Джеймс. Все ведь лучше, чем бегать от этих тварей. Не уверен. Ты вообще как до сих пор жива? Я же так ослепну, Джеймс. Вот тут прикольно сделали то, что фонарик слепит. Рукой закрывается. Я говорю, как она до сих пор жива? Так, тут парковка. Как она защищается, защищалась от этих тварей? Как она дошла до того парка? Ее до сих пор не убили. Отодвинуть можно матрасик, нет? 108. Тут заперто, наверное, да? Ну да. Сезам, откройся. Эй, ты чего? Тут стену надо сломать. Можно я пройду? Че, ты перелезть не можешь, что ли? Why, thank you, good sir. Примерно благодарно, говорит. Да, не за что. Обращайся. Мне кажется, она меня не просто так в отель заводит. Говорит, знаешь, где любят парочки находиться. Так, комната 107. Никого нет. Дверь забаррикадирована. Инструменты, да? Патроны. Сейчас в этой комнате, наверное, кого-нибудь увидим. Чё, а он не может что-то зайти? Надо записку прочитать. 1, 3, 8, 0. Минус 1, плюс 1, минус 3, плюс 1.
минус один, плюс один, минус три, плюс один. Это пин-код, наверное. Один и снизу минус один, это, наверное, ноль, значит, три плюс один, это четыре. Восемь минус три, это пять. Ноль плюс один, это один. Получается ноль. Ноль, четыре, пять, один. Это пин-код надо к сейфу. Она что, не стала пролазить, что ли? Hey. Нет, она тут же... Как думаешь, мне бы пошло? О, вот этот разврат? Нет, конечно. Даже не вздумайте это надевать. Разумеется, говорит. Энтузиазма могло бы быть побольше. Оставь. Мы не за этим сюда пришли. Сохранение. Это уже чем-то плохим попахивает. Давайте засовимся. Джеймс? Джеймс, ты как? Чё такое? Эй, ты как? Ты вдруг застыл? Ничего, я нормально. Я просто сохранялся. Все нормально, не переживай. Так, где у нас пин-код? В этой комнате. Никто не пришел? Давайте записку еще раз прочитаем. Так. 0. 0, 5. А, 0, 4. 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5. Блять, не туда. 0, 4, 5, 1. Ключ. Ух ты! Нихуя себе! Хорошо, что ты был рядом. Ты чё, тварь, ты откуда вылезла? Не дали посмотреть на ключик спокойно. Нормально у тебя наебушил, нет? Да все, я фонарик выключил. Ты мне жизнь спас. Я рад. Да, я тоже рада. Сочтемся потом. Так, дай я на ключик посмотрю. Ключ от ворот. Какие-то сапоги там. Брелочек висит. Он отсюда вылетел, да? Из сарая. С одного патрончика, кстати, умер. Девочка. От ворот. Ворот у нас где? У тебя ворот. А тут больше нету других ворот, вот сюда только. Это мы сейчас куда? В особняк зайдем какой-то. Вот откуда этот ключ. Ура! Куда теперь? Пойдем сюда. Куда? Вот в этот дом? Давайте осмотримся для начала. Может, что-нибудь полезное лежит. Тут что-то раскопали. В машине ничего взять нельзя? Ты меня напугал. Чё кричишь, дур? Патроны. Ты меня пугаешь больше, чем я тебя. Своими криками резкими. Она хочет, чтобы мы в этот дом зашли? Ну да, нам тут все закрыли, чтобы мы никуда не ушли. Слушай, Джеймс. Да? 3 года, это долго. Что ты скажешь ей, если найдешь ее? Что я ее люблю. Эх, повезло ей. Что за вопрос такой? Просто вопрос, я же говорю, 3 года это долго.
Мы можем и дальше пройти. Давайте, значит, в домик зайдем. Потом пойдем обратно. До этого как-то справлялась с монстрами. И сейчас говорит, ты оставишь меня одну? Еще патроны. А ты хули не идешь? Ты что встал? Что с тобой? Ничего, все хорошо, просто это место. Мне от него жутко, не знаю почему. Ты была там внутри? Я не уверена, но как будто откуда-то помню этот дом. Как будто из кошмара. Ничего, не важно. Ты пойдешь или нет? Куда побежала? Идем. Не пойдешь, что ли? Иди, заходи давай. Сейчас тебя опять там на улице побьют. Что такое? А, бутылка разбита, да? Ну что я должен увидеть? Сама говорит, давай сюда зайдем, и не хочет идти. Из кошмара. А, мы не можем сюда зайти, что ли? Отсюда, может, через гараж. В обход, наверное, надо идти. Тут нельзя пройти. Ладно. А как его обход тут? Тут разве можно где-то было залезть? Непонятно. Ну-ка еще раз. Там ничего не пишет, то, что дверь закрыта просто. Дальше идешь и все. Есть смысл вот сюда подниматься? Может, какие-нибудь патроны или хилки лежат? Давайте будем заглядывать. Патроны нам не помешают. Бежим, значит, дальше по городу. У меня к ней доверия нету, она бы хоть сказала, в какое место мы идем. Потом бы я уже подумал, пойти с ней или нет. Будь добр, в следующий раз предупреди. Как тебя предупредить? Вроде бы ничего нету. Опа, патрончики. Не зря, не зря. 4 патрона целых. Монстров тут нету. Чё за звуки? Машина работает, что ли? Подозрительно. Че такое? Показалось, как будто взять можно. Дальше не пройдем, наверное. Заставка. Странно. Раньше можно было пройти. Теперь нельзя. Все не боится? Что теперь? Что сейчас обвалится сюда вниз, рядом с краем? Будем искать другую дорогу. Че там? Иди проверь. Пойдем. Я и без вас слышу, что тут что-то нехорошее. Джеймс. Ух ты. Джеймс. Закрывай чем-нибудь, закрывай. Смотри, он сейчас наблюет на тебя через сетку.
Эй, палку, зачем палку оставил, дурак что ли? Она нам еще столько раз бы пригодилась. А вот, нормально, труба. Ну ладно. Я уж думал, без палки теперь будем. Не отходи далеко, ладно. Опять шторм начинается. Ой, шторм. Ураган. Что, стрелять будем? Давайте по одному их вот так. И добить решающим ударом. На блевотню только не наступай. Эти не такие страшные. Где это ползучий паскуд? Куда он делся? Мы где вообще? Нам надо... Мы вообще в другой стороне. Нам надо куда-то спрятаться. Найти укрытие. Дали нам подружку, чтобы нам не так грустно было здесь ходить. Ах ты, тварь, ползаешь, да? Ну-ка, иди сюда. Куда, блядь? Поползла. Так, там в машине ничего взять нельзя было? Нет. Пока не встал, надо ударить. Непонятно, где мы тут ходим. Ебать, у вас много, ребят, вы чё? Отходим, отходим. Ее могут убить, интересно? Ага. Паскуда, блевануть на меня хотел. Да как попал-то? Ладно, хилку. Так, в дом зайти нельзя. Патроны. А, это сигарет. Я думал, патроны лежат. Ударил, отбежал, ударил, отбежал. Ударил, ударил. Вот, вот так надо бить, чтобы он падал. Мы могли куда-то сюда зайти. Опасность. Непонятно, куда надо. Тут тоже опасность. Так, тут мобы. Патрончики. О, паскуда стоит. Куда, блядь? Мы, наверное, могли с разных сторон, типа, прийти сюда, да? Ударь ты ее. Прям на нее, по-моему, нет? Тут просто развилки такие. Паскуда, нога стоит тут нету? Тут можно было отодвинуть, сюда зайти.
Давай туда. Куда? Ух ты! Ты откуда уже взялась? Тварь. Через забор. Меня-то подожди, ты куда убежал уже? Куда через забор? А куда съебалась? Так, ладно. Не подходи, буду бить нахуй. Ах ты, легается. А, вон она стоит. Ты меня-то хоть подожди, это убежал. Провась. Кажется, мы спаслись. Все, успокоилось. Что-то мне кажется, тут, наверное, можно было в разные части города выбежать. Мы могли выйти сюда, могли куда-то с другой стороны выйти. Потому что там тоже был проход. Мне интересно, наша труба теперь побольнее бьет, чем палка с гвоздями. Заперто. У нее такая же бабочка, как на двери, нет? Это я открою сама, да? Ключ сейчас достанет. Да, какие-то касцены лаганы в 30 FPS почему-то. Я позадумался, откуда у нее этот ключ, почему она тебя там ждала и сюда тебя заводит. Сейчас ударит тебя по хребтине трубой. Первый, ты не хочешь заходить. Сейчас к кому дяденьке тебя приведет. И будет из тебя делать омлет. Можно посмотреть. Мы где вообще? Райская ночь. Райская ночь, это что такое? Так тут свет можно включить, нет? Ты куда ушла уже? Договорились же, хоть вместе, нет? Ты где? Куда он съебунькал? А, вон он. Стэдж дор. Гримерка какая-то. Фотография. Раз и все. 12. Это стриптиз, что ли? Клуб какой-то. Походу, да? Вот они тут наряжались. Красились. Че, к ней зайти можно, нет? Мария? Hello? Эй! Что-то она задумала? А что, непонятно. Ух ты! Что за прикол? Что тут в шкафчиках ничего нет? Главное, чтобы на нас никто не напал, пока я в этих шкафчиках роюсь. Можно с этой стороны, наверное, зайти к ней, нет? Нет. Аптечка. Мария, ты что задумала? Ну да, это стриптиз-клуб. Это комнатки. VIP-комнатки. Чё там? Ничего нету.
Зайти никуда нельзя. Хорошо, идем, значит, в сам зал. Сразу не могу свет включить. Ходишь, кошмар наводишь. Мария? Я почему-то так и знал, что она сюда выйдет. Началось, ё-моё. Он тебе сказал, он жену ищет. Ты чё к нему пристал? Что? Ой, ладно тебе, не смотри на меня так. Уже и пошутить нельзя. Что это? Это и есть твое особое место? Нет, конечно, не глупи. Пройдем насквозь и все. С другой стороны, раз уж зашли... Давай отдохнем хоть немножко. Немного переведем дух, а потом пойдем дальше. У меня нет времени отдыхать. Что если меня где-то ждет Мэри? Да, да, знаю, просто... Это место — один большой кошмар. Мне захотелось немного забыть, хоть ненадолго. Прости, я... Ладно, давай. Блин, как он быстро повелся на ее слезы. Прости, я не хотел. Видно, я уже тоже на грани. Она манипулирует тобой, чувак. Она без тебя прекрасно справлялась, как ты жила. Я схожу с ума? Ну, думаю, что она может быть здесь. Наверное, можно сказать и так. А может и по-другому? И как? Это лучик надежды? Ну... Так звучит гораздо приятнее. Прошу. Не, не надо пить, чувак, не надо пить. Что ты делаешь? Поможет снять напряжение? Если ты выпьешь, ты будешь одурманен, и на тебя нападут монстры, ты не сможешь постоять за себя. Они тебя сожрут. Не хочешь? Нет, не хочу. Точно? Точно, точно. Ну, как хочешь. Красавчик. За... За неугасшую надежду. Стакан сейчас возьму. Да не надо, чувак. Пойдем, наверное. Ладно. Когда она говорила то, что они отдохнут, я думал, они здесь переночуют, типа. Веди. Почему я должен вести, если ты говоришь то, что... Ну, ты меня ведешь к этому месту. Почему я должен вести тебя? Опа, что это такое? Бюро находок. Что-то колечко там лежало, фотографии какие-то. Что она выпила-то? 40 градусов алкоголя она бахнула. Виски, наверное, какой-то. Ничего взять нельзя, да? Так, это мы видели. Откуда она вышла? Плакат. Она тут, наверное, работала раньше. Можно сохраниться.
Еще плакатик. У нас 50 патронов, если чё. Еще плакат. Еще плакат. Все, пошли. Если что, я готов уходить, только... Чё? Ладно, давай. Иди давай. Иди. Оружие не могу взять. Если хочешь, зайдем сюда еще раз, когда захотим немного отдохнуть. Мне кажется, не стоит. Ну ладно, выбирать не приходится, правда уже? Наверное. Да уж. Выбирать не приходится. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом будем заканчивать. В следующей серии уже продолжим. Пойдем посмотрим, куда она нас приведет. Что по сюжету нас ожидает интересного. А сейчас всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.